Мы познакомились с Виктором Семеновичем в 1977 году, когда я, молодой студент, пришел на конкурс авторской песни, из-под Халимажа спел только что недавно написанную им песню, а он, будучи председателем жюри, вручил мне первую премию. Потом мы с ним как-то стали немножко петь вместе, он приглашал где-то поучаствовать в чем-то, а уже с 80-го года мы с ним плотно работали до самых его последних дней. Вот я хочу вспомнить ту песню, с которой началось наше знакомство, на стихи Николая Новикова. Дом в Кривоникольском переулке, наподобие сломанной шкатулки, взгляду постороннему открыв, под ногами выбитые стекла, штукатурка в комнатах промокла, провод полусорванный висит. Он и наклонился как-то странно, он стоит, но нет его по плану, а по плану разместятся тут небоскребы нового Арбата, желтый работяга экскаватор, яйца и стены упадут. Нет на нем доски мемориальной, не предмет культуры материальной. Родом он не вышел, дом плебей, физику формулою физик не обязан, романист роман, дом не связан с жизнью замечательных людей. Жаль, что не бывал здесь Грибоедов, не случалось с Гоголем обедов. Все же над душой имеют власть, этот пол весь в дырах, эти рамы бесконечно дороги для мамы. Мама в этом доме родилась. Сыплются щебенкой перемены, время штукатурку перемелит и утешит в горе и беде. Вдоль домишек дряхлых и сутулых брел Кривоникольский переулок, где он нынче в самом деле. Всегда волнуюсь, когда пою эту песню, как-то так вспоминается все. Ну вот тут уже звучали слова о том, что Берковский очень любил контрабас, а еще он любил Сергея Хутаса. И сейчас Сергей Хутас у нас будет солировать в следующем очень лирическом произведении на стихи Дмитрия Сухарева. По ночам на колючем
сеновале, где-то около стропил. Просыпались рано-рано, рядом ласточки сновали, беглый ливень из тумана крышу ветхую крапил. Над оконами цветы цвели, сладко зонтики гудели, целовались, не глядели. Это что там за шмели обнимались над водой и лежали близко-близко, а по небу низко-низко самолетик молодой.